Всем привет, друзья, на канале Ушастики. А у нас сегодня соревнование, в котором участвует Анжела из игры «Бег за золотом». И сейчас у нее будет ежедневный конкурс. Ей нужно выполнить забег. Я надеюсь, что она успеет вовремя. И у нас появился новый котик Том. Смотрите, какой он прикольный. Новый Том полицейский в игре «Город героев». Вот он уже отправился выполнять ежедневное задание. А мы будем с вами собирать огненные стрелы. Вот такая новая миссия в игре «За золото». А в игре «Сайки Сот» мы выберем нового персонажа. Вот она, смотрите, какая классная девчонка. Мы взяли, кстати, ей очень прикольную доску. Я все покажу. Сейчас я вам ее покажу. Это, кажется, ключечка от гроба. Так, ну что, успели взять. Смотрите, какая классная. Очень-очень прикольная. Она легко управляется и на ней здесь играть. Ух ты, что это была за штука. Мы ее пропустили. Это, по-моему, можно было подпрыгнуть в самом верхе, собрать монетки на самом-самом. Вау, вы видели, как классно. Она катается на этой доске. У кого, кстати, открытый канал доска, напишите в комментариях. Да, мои хорошие, и обязательно подписывайтесь на канал Ушастики. Все ваши инстаграмы на канале. 1 миллион подписчиков. Осталось совсем немного. Жмите кнопочку подписаться прямо под этим видео, мои хорошие. Так, ну а мы с Анжелой выполнили ежедневную миссию и теперь открываем карточки сюрприза. Отлично, мы выбрали 10 миллионов. Откроем еще одну карту, может нам попадется новый герой. Так, мы выбираем и в этот раз у нас магнитики. Отлично, мои хорошие. Вот такие бонусы. Так, можно еще одну карточку. А сходили здесь. А теперь, кстати, наш полицейский отправился в Кудово, кино, Ватикан и подводный мир. Так, кстати, мне полицейский дом очень понравился. Интересно, будет ли новая полицейская Анжела? Она обязательно должна быть в команде. Ну, а теперь отправим нас в единорог. Кстати, я поменяла ник. У нас теперь ник Ушастики. А она реально соревнование с реальными соперниками. Помчали. Берем скорее. Я надеюсь, что это уже первое место. Ну, а теперь самый срок. Мы сейчас выберем следующего персонажа. Ой, как он классный мир. Он же собачка. Что же зверек у нее? Выберем ей доску. Вот такую. Это, по-моему, какой-то плащик ведьмы или вампира. Сейчас попробуем полетать на этой доске. Интересно, она с питомцем? Нет, по-моему, питомца нет. А доска, кстати, заметьте, она классная. Кстати, она розовая, светлая. Она классная, это реально какой-то плащ вампира. Тут у нас забрать. Сейчас мы спасем его вместе с котиком дома и дальше отправимся собирать огненные стрелы. А вот еще одна огненная стрела. Так, ура! Ушастик Кидс, мы с Анжелой заняли первое место. Смотрите, мы на самом-самом верху. Так, теперь выберем следующего персонажа для забега. И это будет удачливая кошечка Анжела. Вот она, уже готова приступить к соревнованию. Оденем защитный шлем. Смотрите, какая у нее китайская панамка. И против нас играют снова два реальных соперника. Ну что, вперед! Так, побежали, собираем ноги. Ребята, не забывайте, в игре «Бег за золотом» я теперь играю под ником Ушастик Кит. Наконец-то переименовала. До этого мы играли под ником просто Катя. Так, ускоряемся, пока мы с удачливой Анжелой на первом месте. Она действительно приносит удачу. Будем собирать молнии и наступать на зелененькие полосочки. Кстати, а вы играете в реальные соревнования? Кто играет, напишите в комментариях. Наверное, все играют, да, в реальные соревнования. Это же так прикольно. Так, друзья, в сегодняшнем видео передам для вас много-много приветиков от канала Ушастики. Кто тоже хочет привет, напишите в комментариях имя и фамилию. Ну, а приветики будут чуточку позже, мои хорошие. А вот уже и дождик конфетти. И ура! Мы сюда с Анжелой заняли первое место. Вот она, на самом верху. Ура! Это первенец для нас. Ну, а теперь мы можем усвоить, кстати, золото. Так, давайте выберем следующего пушистика, с которым мы отправимся на реальные соревнования против реальных игроков. Может быть, наши подписчики сегодня играют против нас. В этот раз у нас побежит скейтер Анжела. И Анжела скейтер у нас играет против Беллы, которая играет кошечка Анжела, и Лариса. Лариса, которая играет Джинджером. Ну что, вперед, используем ускорение. У нас были молнии, так что мы вырвались вперед. Кстати, нужно попробовать поиграть без бонусов. Так, вы, кстати, пользуетесь шлемом или молнией, когда играете в реальные соревнования, пишите в комментариях. Ух ты, вы видели, что умеет полицейский Том? Он разгромил целую гору енотиков. А у нас еще одна огненная стрела. Ух ты, какая стрела с енотами.
Отлично. Мы тут все разгромили. Держитесь, еноты. Полицейский дом выгонит всех вас из нашего города Гугоев. Очень-очень клевый полицейский дом. Было бы прикольно, если бы еще добавили каких-нибудь новых классных пушистиков. Так, что бы нам с вами выбрать? Отлично. Возьмем летающий корабль и полетаем. Так, да, ну-ка. Ух ты, тут уже босс енот. Сейчас мы его разгромим. Ура! Кейтранжела снова заняла у нас первое место. Смотрите там. Так, ну а теперь выберем следующего участника. И это будет, вот, футболист Том. Давно я не играла в футболисте Томом. И против нас в этот раз играет гонки. Кто-то Телфин, Говорящий и Брунелла, если не ошибаюсь. Так, ну что, побежали. Берем молнию и супер ускорение. Пока Том на первом месте. Я надеюсь, нас никто не обгонит. Наступаем на зеленые полосочки Том и собираем побольше молнии, чтобы взять еще одно ускорение, чтобы бежать еще быстрее. Так, давай, мы уже почти на середине. Я надеюсь, что мы будем первыми. А в Subway Surf мы выбрали еще одну, кстати, классную девчонку. Вам понравилось? Вы еще любите играть в игру в Subway Surf? Очень-очень прикольно, отлично. Мы тут взяли магнитик. Я вот только не помню, как зовут нашего персонажа. Но это очень классная девчонка. Одна из моих любимых персонажей. О-о-о. Так, ну, у нас попали по машине. Хорошо, что мы можем спастись. Полетели. Какой классный самолетик. Я не знаю, как он, это, наверное, не самолетик. А у нас какие-то баллончики с цветным газом, на которых мы можем летать. Так, Subway Surf уже, кстати, у нас шестнадцатикратный множитель. О, какая огромная скорость, я не успеваю управлять. По-моему, очень сложное управление в Subway Surf. И еще в игре про Леди Баг тоже сложновато. Самое удобное, это, наверное, любимая игра «Бег со золотом». И в этот раз, кстати, мы играем с Вольным Томом против Мири. И не успела почитать, как зовут второго нашего соперника. Ускоряемся, мои хорошие, и бежим с кокосиком на голове. Такой забавный водный дом, специальный летний дом. Когда же нам дадут нового летнего персонажа? Может, все-таки кто-нибудь выйдет новенький? Уже мы заждались. Нам, конечно, добавили много новых интересных миссий в игре «Бег за золотом», но уже хотелось бы получить нового персонажа. Кстати, смотрите, сколько много коробочек заработал наш полицейский Том. Мы наловили 250 енотиков. Отлично. Ну, а теперь отправим в город нашего Хэнка-супергероя. Вот он, смотрите, какой прикольный. Так, можем, кстати, его переодеть. Есть у нас еще вот такой костюмчик, но он у нас еще открыт не до конца. Так, ура! Водный Том пришел самый-самый-самый первый. У нас снова победа. Кстати, мы сегодня почти все время занимаем первое место. Так, друзья мои, соревнования в самом разгаре, а я передам приветики. Лена и Сережа Михайловы сегодня получают самый первый пушистый привет от канала Ушастик Kids. Люба Котельникова тоже ловит огромный приветик. Настюша Силачева и Ангелина Полинчак получают привет. Аня Кириченко, а также приветики для Маши Черняевой, у которой, кстати, был день рождения. Всего тебе самого-самого хорошего. Пускай все твои желания обязательно исполнятся. А также приветики для Таи Садовниковой, Марфы Павленко, Даша Хусаинова получает привет, и Виктор Носков, Лиза Киселева, Света Ноздовская, Карина Неустроева, Соня Кирова получает привет и Ксюша Солдатенко. Приветики для вас, девчонки. Так, также у нас приветик летит для... одну минутку. Мария Брюханова, Эвелина Бурецца, Алина Дерюгина, Оля Прилепина, а также Мария Перфильева, Лиза и Ксюша Сидоренко получают большой привет. Даша Стерликова, Софья Славкова, Саша Малишина, Света Сойма получает привет. Ира Ермакова, Ева Сидник, Лиза Андреева, Коля, Настя и Даша Горбунова. Вот такая большая семья получает пушистый-пушистый привет от нашего канала. Также у нас приветик летит для... Софьи Дворченко, Дворниченко, Маша Воробей получает привет, Варя и Соня Якшина, две сестренки, огромный-огромный вам приветик, мои хорошие. Так, еще у нас приветики есть для Миланы Козиной, Яны Плужник, Никите привет, Ангелина Мендрега получает привет, Лиза Романова и Аня Плаксенова, а также Аня Борисова, Сергей Коробов, Ангелина Куктенко, Настя Бойко, Камила Дитрих и Дима Ермохин. Вот такие приветики, мои хорошие.
Так, кто тоже хочет получить привет, пишите в комментариях имя и фамилию. Ну а наше соревнование подходит к концу. Надеюсь, что оно вам очень понравилось. А если понравилось, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал Ушасти Кидс. А наши пушистики решили еще открыть несколько карточек сюрпризов. Ух ты, в этот раз нам попался защитный шлем. Вот такие бонусы. Ну а на этом все. Увидимся в 17:00. Всем пока-пока!